Слава нашему Господу за то, что Господь дал нам здоровье, силу и возможность сегодня быть на этом месте и прежде всего для того, чтобы слушать Слово Господне. И сегодня было напомнено о том, я хочу подметить еще один текст Писания, который гласит так: «Когда идешь в Дом Божий, то будь более готов к чему? Слушанию, нежели жертвопроношение, потому что они не думают, что худо делают». И потому еще даже каждый из нас сегодня что-то принес пред лицо Господне, ну, то естественно, но сколько бы мы заняли сегодня времени? 10 минут, 15, 20, а остальное время пришлось бы слушать, кто будет говорить что-то еще. И потому нам очень важно, когда мы идем пред лицо Господне, быть готовыми к тому, чтобы слушать Слово Господне. И слушать его не с той целью, чтобы просто прослушать, а чтобы принять его к исполнению. Можно по-разному слушать. Можно слушать и тут же переправлять кому-то его. Это было всем, но не для меня. Но если сегодня звучит Слово Господне для всех нас, то вы знаете, оно всем надо. Вы помните умножение хлебов? Эти несколько хлебов были умножены, и ими были накормлены все люди, что и осталось. Вот так и сегодня. Кто-то один говорит, а все берут, да? Но так чудесно размножается все. И хотелось бы, чтобы вот то, что мы сегодня будем слышать, чтобы оно легло на наше сердце, чтобы не просто запомнили, но чтобы сегодня поняли: если я сегодня это услышал, то я должен так жить. Легко ли это будет для меня даваться так жить? Или будет трудно? Мы все знаем, что знать это одно, а жить так, как знаешь, это совсем другое. И по знанию мы настолько сегодня жирные, а по жизни не всегда вот так бывает. И поэтому хотелось бы, чтобы в сегодняшний день Господь что-то сказал для нашего сердца, и мы его могли принять. Я, конечно, не смогу пройти по всем пунктам прошлого разбора, но только напомню, что последняя мысль, на которой мы останавливались, и она была очень важная. Где апостол Павел просил коринфян просить этого человека, который такой большой грех делал? Там был такой блуд, что апостол Павел сказал, что вы же даже у язычников так не делают, как у вас. Вы закрыли глаза на все это, прикрылись тем, я от себя добавляю, что надо любить человека, а в самом деле, чтобы его любить, его надо остановить. Если дать ему возможность дальше жить такой жизнью, какой он жил, то это будет не любить, а ненавидеть. Это был такой большой грех, я напоминал, и вы это знаете. Не знаю, как теперь, но в прошлое время за этот грех исключали из церкви с предупреждением до пришествия Христа. Дальше даже и не думай о том, чтобы тебя приняли. Вы слышали такое учение? Отлучили и до пришествия. Что это означает? Ты ходишь вне церкви, и когда придет Христос, то если возьмет, то возьмет. Не возьмет, значит, не возьмет. То Павел здесь вот своим поступком, своим образом мышления показал, что это неправильно. Он был очень строг. И я еще раз сегодня напомню, что только за два греха, в одном случае апостол Павел предал сатане имени Александра за неправильное учение, что не учили, и хотел предать сатане. Вот это у человека во измождение плоти. Вот больше вы нигде не найдете грехов, за которые Павел так строго хотел бы судиться. Но даже в этом случае, когда коринфяне приняли меры, этот человек стал плакать сильно и проситься, то апостол Павел говорит: примите его.
Если он так просится, если он уже понял, что это плохо, осознает, то примите его, чтобы не сделал нам ущерба сатана. И говорит, а если вы в чем простили, то и я, потому что и я от лица Господня прощаю. Если мы говорим, что не прощаем, особенно человека, который делал какой-то грех, за который нужно было подвергнуть наказанию, то мы же это не от себя делаем. Мы за грехи человеческие не умирали, мы не страдали за них. Но так как мы сегодня являемся представителями Бога на земле, то мы все это делаем от Его имени. И, конечно же, как я помню, когда-то довольно немало остановился на этом вопросе, а водитель с Духом Святым, но это должно быть в согласии с Духом Святым. Вы помните, примите Духа Святого. И дальше что? Кому простите грехи, тому простится. На ком оставите, на том останутся. Но это будет тогда, когда Дух Святой откроет, что человек не лицемер, он в самом деле кается. Вы знаете, что не всегда люди, когда плачут, мы часто говорим, если это вот крокодиловые слезы у тебя. Но не всегда плач является искренним плачем. Люди очень хорошо умеют играть роль кающего человека, очень умеют так вот снаружи оплакивать все, хотя в самом деле внутри нету этого. То по рассмотрению наружному, как мы сегодня можем оценить вот глубину покаяния человека? Это невозможно. А когда умеешься с Духом Святым, то уже Дух Святой не обманешь, чего ты плачешь. Или ты в самом деле плачешь, раскаиваешься в том, или плачешь от злости, что разоблачили. Но тоже люди плачут, правда? Скажем, ну как это я так мог? Но почему я пошел той дорогой? Или в тот магазин пошел, добрал? Надо было в другой сходить. Вот он чего плачет. Он не плачет от того, что пил, а плачет от того, что поймали. Ну, плачешь, разница. Вот почему апостол Павел говорил, и в свое время Иоанн сказал вот то, что я раньше цитировал. Все это, конечно, должно делаться в согласии с Духом Святым. И только Дух Святой может подсказать, что в самом деле скрывается в человеке. Потому здесь очень важно. И Павел говорит так, я просто прочитаю этот стих, 10 из 2 главы. А кого вы в чем прощаете, того и я. И Павел вот этими словами оправдывает, что не брал власть над их верою. Вы помните, мы об этом рассуждали? Он просто содействовал их вере, чтобы у них в самом деле была вера, чтобы они имели радость от этой веры. Он говорит, если вы простили, то и я. Он не говорил, если я простил, то я же апостол, то и вы тогда должны прощать. Он говорил так, в этом смысле слова мы перед Господом ходим, и Господь руководит мною и вами. Поэтому если вы в чем-то просили от лица Господня, то говорит, то почему я не буду прощать? То и я прощаю, потому что и я прощаю не от себя, а от лица Господня. А вам Господь открыл, что надо простить, то говорит, то я что же с Господом делаю, мит? Я тогда согласен, а почему я буду противиться? Все-таки, как важно в любых вопросах нашей христианской жизни, будь то вопросы личного характера, или будь то это вопросы церковные, иметь руководство от Духа Святого, чтобы не сделать тех опрометчивых поступков, которые никогда не настроят дело Божие, которые никогда не помогут духовному возрасту. Если даже нам кажется, что с нашей точки зрения мы поступили очень правильно. Но если Господь видит или будет видеть что-то неправильно, то, что нам кажется, то нам кажется. И оно не принесет того плода хорошего, который мы хотели бы иметь в нашей жизни. И Павел говорит так, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. И я дальше уже продолжаю, не буду останавливаться на прошлом, но иду вперед, 12 стих. Пришед Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверстие было дверь Господом, и я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита.
Но простившись с ними, я пошел в Македонию. Вот смотрите, как все-таки наша жизнь и наше служение зависит от наших братьев и от наших сестер. Павел пришел в Траду не сам. Пришел не со своими личными интересами. Он пришел для благовествования. И эта дверь ему была открыта Господом. И кажется, что еще больше надо? Пришел не торговать чем-то, а пришел делать то, на что Господь поставил. Пришел туда не потому, что сам захотел, но Господь сказал ему, иди туда, привел. Кажется, это все, что больше надо. Имей покой, имей мир, имей все. Но вот когда я увидел, что там нет брата моего Тита, то вы знаете, что он говорит? И я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Я не думаю, что Священное Писание учит нас быть безразличными к кому-то. Здесь не об этом говорится. И мы просто-напросто, но не можем быть безразличными, потому что мы члены тела Христова, один организм, одна семья. Но это не должно влиять на наш труд, который мы должны делать. Это должны знать мы, которые связаны с кем-то рядом с нами сидящими. Это должны те, которые сидят рядом с нами. Что их место и их отношения, они влияют на нас. И поэтому очень хотелось бы, чтобы мы взяли вот здесь пример. Наверное, рядом с Павлом никто из нас не станет. Ни по силе, ни по глубине познания, которое он имел, ни по дарам духовным, которыми он пользовался. И между тем, все-таки, те, которые бы рядом с ними, они оказывали на него влияние. И вот пришел, Господь мне дверь открыл, был там, где надо. Но когда увидел, что моего брата Тита там нет, он говорит, все, я не имел покоя духу моему, и пошел. И простившись с ними, я пошел в Македонию. Вот как важно нам иметь правильные взаимоотношения друг с другом. Это очень важно. Потому что должны понимать, хотим мы или не хотим, но мы своим присутствием оказываем какое-то влияние на кого-то. И кто-то на нас. И когда это влияние правильное, тогда легче жить. Когда оно неправильное, это осложняет жизнь нашу. Я здесь не обвиняю Тита, что его там не было. И Павла не обвиняю. Просто... Наверное, по-другому любой из нас, а еще ожидал увидеть кого-то, должен быть там, и его нет, сказал бы, где? Что случилось? Я буду искать, потому что он мне не безразличный. Но вот все то, что может с нами в жизни произойти, все-таки не должно повлиять на труд наш и на исполнение воли Божией, которую Бог хочет, чтобы мы исполнили. А мы должны понимать, что мы должны не просто быть рядом, а постараться так быть рядом, и так говорить, и так действовать, чтобы помочь успокоить, а не взбудоражить. Вы вообще своей жизни знаете. Я не раз этот пример проводил, или как факт жизненный. Появится один человек, пусть даже в собрании, люди успокаиваются. Появится другой кто-то, все на взводе, потому что никто не уверен, что он может выкинуть. Он может просидеть, еще собрание ничего не сделать. Но помня его прошлые поступки, люди уже неспокойны, правда? Потому что, а кто его знает, что у него в голове? Такой ненадежный человек, непредсказуемый, никакой гарантии не даст, что он что-то не сделает.
Знаете, и только появится. Я помню такие случаи. Когда я еще был пастор, в 1985-86 год, и были такие братья, которые мы, ну, не хотелось бы, чтобы они выходили. Я уже просил, говорю, братья, у нас свободно, но ты наблюдай вот за тем братом. Как только он будет идти, вставай сразу за кафедру. Покуда он сидит, и брат сидит. Как только поднимается, хоп, уже стоит здесь, потому что я не хочу его видеть здесь. В общем, мне придется править. Я не знаю, что он скажет. Я помню, когда один брат, ну, правда, я его не суждаю, когда он пропел псалом, да еще за кадык так подергал, то, наверное, смеялась вся община целую неделю от этого благословения, которое... Вы, наверное, помните. Ну, там, пожалуйста, но кто захочет впоследствии опять вот, нечто похожее, чтобы было? Уже сидишь и думаешь, гляди, ты уже тебе не до служения, я-то вести должен, а ты, брат Сережа, гляди за ним. Это твоя задача, чтобы он не вышел. Ну, хорошо, если бы тогда разоблачили, то, наверное, беда мне была бы. Это такие братья были, которые говорят, палец в рот и не ложи. Ну, это вообще выглядело так, если честно, нормально. Ну, не вызываю никого, но не успел. Значит, кто не успел, тот опоздал. И вся проблема. Поэтому вот то, что вот здесь Павел увидел, и что с Титом случилось, сегодня мы, каждый из нас, берем для себя пример. Прихожу я в собрание, и я должен думать, какое я влияние оказываю. Как со мной рядом чувствуют те, которые рядом сидят со мной. Вот он пришел, нету. И говорит, покоя духу нету. А вы знаете, когда нету духу покоя, ну то есть служение трудно дается. Вы, наверное, сами испытывались, особенно служителя. Когда, допустим, с вами все нормально, ну, где-то там, допустим, поболели ваши дети, и вы не знаете, что дальше. Ну, как вы? Вы не можете просто так быть спокойными. Вы и дело делаете, но вы и переживаете, потому что влияют на вас. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы наше влияние, как присутствующее в богослужении, оно было... осмыслено нами, и мы думали, а что ж будет после того, как я там где-то выкрикну сзади, или что-то еще напишу. Хорошо, если еще напишет то, что читать можно. А если напишет такие вещи, которые и в голову не приходили, они идут тебе, а тебе надо служение вести. Я бы хотел, чтобы эти братья еще хоть раз постояли здесь, вот, а потом получили там сзади что-нибудь. Я бы видел, как они бы пели, как они говорили бы впоследствии. Потому что мы имеем взаимную связь друг с другом. И наше поведение. Я понимаю и другое. Что если кто-то что-то делает, но то он делает по своему разуму и делает, чтобы было лучше. Но это делается не так, как надо, и никогда не будет лучше, а будет хуже. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы сегодня вот этот аспект нашего учения обратили внимание. Я немножко вышел с контекста. Я не связал себя именно конкретно вот с двумя личностями Павла и Тита. Я расширил вот это. Но это именно то, что я сегодня на основании этого текста хотел бы себе сказать еще раз. И всем тем, кто меня слушает, потому что мы один организм. Но простившись с ним, я пошел в Македонию. 14 стих, он очень важный. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. И, конечно же, единственное спасение и выход с положения Отец Небесный дал нам, когда дал нам Иисуса Христа. А уже когда мы во Христе сокрыты, то вот все эти житейские обстоятельства, они не влияют, не сбивают нас с ритма. И что бы там ни было, кто бы что ни говорил, кто бы что ни делал, если мы сокрыты во Христе, то мы что-то побеждаем. И наша жизнь, независимо от того, кто нас окружает, как к нам относится, она будет распространять благоухание.
Вы помните книгу «Песни песней Соломона»? Там говорит, подуй ветер с севера, кажется так, и принеси с юга, и повей на сад мой, и что будет? И польются ароматы его. Но вы знаете, что ветер с севера и ветер с юга, это уж разные ветры. И они по-разному влияют на природу. Но если у человека ароматы есть, какой бы ветер ни дул, это будут ароматы. А если нет вот этих ароматов внутри, то с какой-то стороны не подуй, но если их нету, где, откуда они возьмутся? Вот очень хотелось бы, чтобы мы это сегодня помнили, и что наша цель и наше служение всегда торжествовать во Христе. Вот скажите, что это не так просто. Это не просто радоваться, а торжествовать – это чуть выше потолок, чем просто радоваться. Торжество, оно через край бьет, оно рвется. И Писание здесь говорит, и апостол Павел это оставил для нас, что если мы во Христе, то Бог во Христе дает нам право и возможности, и способности торжествовать во Христе. И благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. Я когда-то помню, говорил, я не раз говорил, одну такую тему о смоковнице, более расширенную, чем я часто у себя говорю, Барановича, то я какую тему увидел? Если мы смоковница, а на смоковнице есть плоды смоковницы, то какой бы человек, злой или добрый, не подошел к смоковнице, скажите, какие плоды она ему даст? Такие, какие у нее есть, сладкие. Вот не бывает так, подошел плохой человек, смоковница ему горькие плоды, правда? Подошел хороший, она ему сладкие. У нее нету горьких. И кто бы ни подошел, она свой плод дает ему. Мы-то сегодня иногда не согласны с этим. Мы говорим, ну а как я ему дам вот этот сладкий плод, когда он вот такой вот негодный? Но это потому, говорит, я для тебя, возлюбленный, припасла и новое, и старое. Помните такое место Писания? Я взял это новое и старое. Может быть, я не совсем правильно пользуюсь этим текстом. Но я взял новое, это новое, обновленное во Христе. А старое, старую натуру. Но вы согласитесь, на сегодняшний день у нас есть и новое, и старое. И мы не всегда и не всем даем новое. Мы делим. Кому надо дать новое по нашему разуму, даем новое. Кому надо старым наделить, грыкнуть хорошо одному же что-то, даем ему старое. Знаете почему? Потому что оно есть у нас. Если бы не было горького, то как мы им могли бы дать? Но оно есть. И вот Павел здесь обращает внимание, он это знал разумом своим. Он понимал это сердцем, и он писал коринфянам, что я вот такую цель вижу перед собою. Торжествовать во Христе и благоухание Господа Иисуса Христа распространять мою на всяком месте, где бы я ни был. А правда, как у человека, у него тоже случалось, что он говорил, помните, я вспоминаю, Бог тебя будет бить, стена подбеленная. Ты, говорит, сидишь, чтобы судить по закону, вопреки закону велишь бить меня. Такое бывает. Но когда ему сказали, ты что, говорит, первосвященника Божия поносил, братья, простите, я не знал, что он первосвященник. Потому что написано начальству, что в твоем народе что? Не злослов. Кажется, да его надо было злословить, да и бить хорошо, потому что он выступал против истины, он вообще о Христе такого мнения было, они ж воевали против Христа. Он говорит, братья, все, я просто, я должен защищаться, но я не имел права говорить, ты стена подбеленная.
Это говорит первосвященник. Я не имею на то права. Сразу попросил прощения, потому что он понимал. Мы часто думаем так. Я, может быть, когда эту тему буду раскрывать более глубоко, что мне простительно, потому что я не знал. Вы говорите так часто, правда? Простите, я не знал. Братья, знал, не знал, а кому-то то легче, знал ты или не знал. Перед Богом ты будешь иметь скидку маленькую, потому что действительно Бог обращает внимание, знал или не знал. А тому, кому вредил, ему что, легче от того, что ты не знал? Абсолютно никакой разницы, никого облегчать не то, что ты не знал. Нечаянно взял, убил человека, не знал, что там за кустом сидит. Но ты правда это сделал нечаянно, но ты убил. Ему что, легче? Он воскреснет от того, что ты не знал? Нет. Поэтому я очень хочу, чтобы мы сегодня, наверное, знали что-то поглубже и более фундаментально. И вот для этого мы читаем Священное Писание и учимся. Потому что мы, незнание закона не освобождает от ответственности, правда? А почему ты его не знаешь? Это твоя вина, что ты не знаешь. Но ты приступил к закону и должен отвечать. Правда, еще раз повторяю, что есть прокурор и есть адвокат. И они вместе воюют за меру твоего осуждения. Он не знал, берется во внимание, что не знал. Но, тем не менее, преступление есть преступление. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы помнили, 15 стих читаю. «Ибо мы Христово благоухание Богу, спасаемых и погибающих». Но здесь есть разница. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к чему? Значит, насколько важен и силен этот стих? Он говорит о том, что мы – это Христово благоухание Богу. И сегодня я и вы, слушая это слово, думаю, так все-таки я по своим делам, по своим словам, по своим поступкам могу сказать, что я благоухание Богу, или не могу? Вы понимаете, что такое благоухание? Это что-то очень приятное, это то, что Бог, это что-то отличное. И вот те составы курительные были очень сложные, которые воскурались перед Господом. И Господь сегодня говорит каждому из нас: ты не просто христианин, ты не просто живешь, ты имеешь запах христианский. Мы Христово благоухание Богу. И при том во всех людях. Но для одних запах смертоносный на смерть. А для других запах живительный на жизнь. Вы знаете, что это так? И один и тот же запах, он на разных людей производит разное впечатление, правда? Обычно ходят, если дело касается запаха, выбирают этот запах, который нравится. Даже, допустим, в машине повесить где-то для освежителя воздуха. И то каждый для себя выбирает по вкусу, правда? Что для одного приятно, для другого нет. Может быть, не совсем пример будет хороший. Мы бежим от запаха, когда мясо гниет. А медведь его очень любит такой запах. Он вообще никогда не ест свежего. Когда он начинает протухать, ему такой приятный запах. Ну, правда, мы не медведи.
И сегодня никто не может сказать, что я человек, а ты медведь. Я просто пример привел, что для живого существа, для одних очень, а для другого, а для людей это невыносимо. И вот Господь здесь напоминает для нас, мы имеем запах. Но одни люди, что это за запах? Это наши слова, это наши дела, это наши поступки, это наша жизнь. Я же хорошо понимаю, что вы тоже так же хорошо понимаете, что не о запахе в полном смысле слова идет речь. Хотя мы тоже имеем свой запах, тоже правда. Это тоже правда. Но, когда мы живем по-христиански, то мы оказываем влияние на посторонних людей. И одни, как только услышат слово о Боге, это для них смерть. Они сразу бунтуются. А что значит сбунтоваться против Бога, против слова Божия? Это значит идти в смерть. Им на смерть наше присутствие. Почему? Потому что ты видел, ты слышал, ты имел свидетельство. И ты не покаялся все равно. Ты наблюдал за этим человеком. Ты в нем ничего не заметил. Ты просто придирался. И не принял спасение. А для других, как только увидели, сразу интерес. А почему ты так? А я, говорит, сразу заметил, что ты не такой человек, как все. Для них на жизнь этот запах. А запах-то один. Вся наша беда, друзья, дорогие христиан, вот в чем. Что мы стараемся каждому дать свой запах. У нас его нету одного. Я не говорю о тех случаях, когда мы по бессилию своему, по немощи не можем носить тот запах нужный. Но я имею в виду, когда мы подстраиваемся, чтобы угодить кому-то. Мы подстраиваемся. Берем лексикон этого мира, жаргон его. Вы сегодня посмотрите, особенно когда вы подойдете к молодежи, я не хаю молодежь, говорят, очень хорошее служение молодежь. Но есть некоторые такие вещи, которые вообще не хочется говорить об этом. Жаргон, блатной, крутой и так далее, и так далее. Почему? А им не хочется отличаться от мира, хочется быть крутыми. И кто-то однажды перефразировал, говорит, в Библии читаем, кротость ваша будет известна всем человекам, Господь близко. А мы, говорит, живем, крутость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. А это уже совсем другое. Это не то. Это просто меняем запах. И мы хотим, чтобы и мы жили, и нашим запахом люди из мира жили. А Библия говорит, нет. Очень, говорит, плохо. И еще все люди будут говорить о вас хорошо. Вы помните это местописание? Здесь не имеется в виду, что вы не делаете добра неверующим людям. Не об этом идет речь. Библия говорит так. Мы должны делать добро всем. И, конечно, в первую очередь. Или Библия говорит, найпаче, своим по вере. Но речь идет вот о чем. Что мы для того, чтобы мир говорил о нас хорошо. Мы живем так, как они, и действуем так, как они. И потому они говорят хорошо. Но это только в глаза нам. А когда придет время свидетельств, они скажут, знаем мы вас, он тот и тот, он такой же, как и мы. И разницы никакой нет, хотя он в вашу церковь ходит. Но тот человек, который не смотрит, которого запах один, где бы он ни был, на работе ли он, на улице, дома, в церкви, у него не меняется ничего, то да, люди будут говорить плохо. Но, если вы в самом деле христианин, то однажды в откровенной беседе они скажут, если и есть настоящий, то тот или та, она никогда не меняет свои взгляды, она никогда не подстраивалась под нас.
Если вы никогда не слышали вот такого, то услышите. То услышите. Однажды наши братья приехали в одну деревню и не знали, значит, хотели зайти к верующим, но не знали, где они живут. И подошли к мужчинам, там или около магазина стояли, говорят, а где вот тут найти верующих людей? Они говорят, если настоящие, то вон там живут, а не настоящие, вот тут живут. Хотя там была одна церковь, один молитвенный дом, но они говорили, вот если вот настоящие, то вон там, а если не настоящие, то вон там. А полный комплект настоящих и ненастоящих. Выбирай, кто что хочет. Но это уж не нормально. Писание говорит, ибо мы Христо благоухание Богу. И мы хотим благоухать так, как Христу приятно, а не как кому приятно. Я понимаю, почему мы не живем так. Оно связано с определенными потерями материальной части нашей жизни. Но то так. Почему сегодня многие наши сестры и братья не хотят работать бухгалтерами, не хотят работать в магазинах, не хотят работать там, где учет какой-то ведется? Они просто не могут. Когда-то один такой крупный руководитель одного из предприятий, я специально не называю кто, собрал всех начальников на планерку. И он разговаривал с ними. И они, значит, начали, сколько, значит, мы делаем, как мы работаем, чтобы план был. Он, слушай, что же говорит, план даю я и бухгалтера, а не вы. И вот вы молчите. План даю я и бухгалтера мои, а не вы. Вы его не даете. И я знаю, что вот в такой обстановке благоухать правильно, оно связано с серьезными последствиями для материальной жизни. Но это не менее серьезные последствия будут и для духовной жизни. И поэтому выбирай. Я не раз говорю, что в нашей жизни мы всегда делаем твердый выбор. Я не буду говорить, с чем было связано дело. Но вопрос в чем заключался? Это не из нашей церкви, сестры, даже не с нашей области, но было не свободное. Потом молились, Бог освободил. Потом приезжают опять не свободное. В чем дело? Оказывается, грешить стало. Муж сказал, вот так вот. Или ты будешь поступать вот так и так, я буду жить с тобою. Или если вот так, как ты теперь, я оставляю. И надо было делать выбор. И она его сделала, но сделала не в пользу себе. Что мне делать? Делать выбор. Или жить с мужем и быть несвободной, и не иметь спасения. И если вопрос стоит ребром, выбирай, что для тебя дороже, и так живи. Я так-то не говорил. Но если бы, допустим, кто-то сегодня, то я бы сказал бы так. Я за тебя не буду делать то, что ты положишь, что тебе положено делать. Выбор делаешь ты, и жить должна ты. А это всегда сопряжено с определенными потерями и приобретениями. Но мы должны знать, если мы во имя Господа теряем часть земного, то мы приобретаем гораздо большее и ценное из рук Господа и духовное. Если теряем духовное, вполне возможно, на определенный период мы что-то выгодаем из земной жизни. Но впоследствии это для нас будет таким тяжелым бременем, что мы не рады будем, что мы это получили. И потому вот эта истина Божья, ибо мы Христо благоухание Богу, спасаемых и погибающих, стоит двоеточие, расшифровка. Для одних запах
смертоносны на смерть. Если будешь ходить в собрание, если будешь жить вот так вот, если не будешь воровать, если не будешь вот то, то я тебе не муж. А жена скажет, а я тебе не жена. Выбирай. Может быть, это легко говорить, выбирать труднее, но выбор придется делать каждому. И никто от него не уйдет от этого выбора. И Христос об этом говорил. Если кто, говорит, откажется от меня ради, помните кого? Матери, отца, родных, близких, жены, детей. То что будет? От того я откажусь. Или не исповедую имя его пред Отцом моим небесным. А кто ради меня оставит? И опять перечисляется. Там и жены, и дети, и родители, и все самые близкие. Того имя я исповедую. И мы никуда не уйдем от этого. И это будет на жизнь. Вот знаете, как интересно получается. Родитель любит нас. Мы любим родителей. И естественно, когда мы покаялись и поняли, что жизнь Бога – это не сказка, это не фантазия. Христос живой, реальный. И жизнь вечная – это не бред какого-то больного ума, это реальность, которая придет однажды в нашу жизнь. Мы же хотим, чтобы и наши родители имели жизнь вечную. Потому что если это не так, то тогда я не понимаю, какие чувства живут в сердцах, допустим, детей. Я детей имею в виду. И родители говорят, вот так. И вы, наверное, ни одно свидетельство слышали. Если ты будешь ходить туда, ты мне не дочка, ты мне не сын, уходи из дома. И не просто говорили, выгоняли. Выгоняли из дома. Но вы знаете что? Был запах в этих людей, которые жили так, которые не отказались. И для тех же родителей оставался шанс еще, что и они покаются. Почему? Потому что их дети не отказались от Бога, они молятся за родителей, и Бог их слышит и начинает делать работу с родителями. Хотя родители от них отказались. Они не хотят их знать. Они делают все, чтобы унизить их. Но не со Христом остались. Их молитва доходит до неба. Представь себе обратное. Не могли разорвать этих уз. Вроде по-человечески сделали правильно. Ну, раз папа и мама... Я не учу, чтобы противились родителям. Я привожу пример. Что получается в жизни... Ну ладно, все, мамочка, ходить не буду, пойду на танцы, но я-то Бога в сердце буду носить. И такая душа молится, это молитва до потолка. И сама гибнет, и родители никогда не спасутся, нету ходатая. Вы меня сейчас поняли, как этот запах действует? По-человечески, это говорят, но как так? Пошла в секту, от матери отказалась. Ну, это по-человечески. А по-божески она имеет, или он связь с Богом. И я понимаю, как молится за мать и за отца. А Бог молитву слышит и делает дело свое. Есть запах. Есть запах, который привлекает и который держит. Под контролем своим, под хорошим контролем я имею в виду. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня действительно были Христовым благоуханием Богу. Почему я на это упор делаю? Мы хотим делать приятное. И может быть иногда, чтобы сделать приятное отцу или матери, они ж во грехе. Мы делаем неприятное для Христа. Мы для Него уже не благоухание. Потому что мы угождаем не Богу, а человеку.
И мы его губим этим, он никогда не исправится. Я не раз вспоминаю, может быть, кто-то даже и поймет, потому что есть родственники этой сестры здесь, когда вышла за неверующего, а потом стал ему говорить о Боге. Он пастор говорит, слушай, говорит, если бы был Бог, то ты его на меня не поменял бы, а так молчи. Какой Бог, говорит? Ну, трезво рассудить, если бы был Бог. А мы понимаем, когда говорим Бог, мы понимаем Бог. Уже как мы его понимаем? Ну, мы понимаем, что это что-то очень мощное, сильное, верховное что-то. Воображение, как он нам рисуется, ну, у каждого по-разному. Но мы понимаем, что это Бог. И говорит, если бы был Бог, то ты его на меня не поменяла бы. Поэтому молчи. Вот не было этого запаха. Не было того благоухания, которое в самом деле преображает жизнь и привлекает внимание. И еще раз повторяю, это очень важно. Ибо мы Христово благоухание Богу. Это, может быть, несколько будет резко, но я лично никому не направляю это слово. Мы очень часто, когда в нашей семье непорядки, когда, значит, наши дети или кто-то неверующий, то очень часто люди склонны винить других. Это они не молились, они не делали, они не беседовали, это они. А Библия говорит, мы и ты в том числе. Должно быть им Христовым благоуханием Богу. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? А мы, это я и все остальные. Если вы говорите мы, говорите, это я и все остальные, и я в том числе. Поэтому невозможно, что если где-то масса благоухает, а сам не благоухает, тогда не надо на кого-то сбрасывать свои проблемы, что кто-то виноват. Мы привлекаем, мы отталкиваем, мы делаем или не делаем. Ибо мы Христово благоухание Богу, спасаемых и погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к чему? 17 стих. Вот что-то важное апостол Павел говорит. Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. Конечно же, вот в этом письме, которое писал Павел, это письмо, там не было глав. Там были мысли. Те, кто делили на главы, они попытались эти мысли уловить, где-то разграничить, чтобы легче сегодня нам было. Но если уже взять вот это Евангелие, вот это послание, каким оно есть сегодня, то как раз этим кончается глава. Ибо мы не повреждаем Слово Божие. И знаете, что жалко, Павел говорит, было бы гораздо мягче и легче, как некоторые. А тут написано, как многие. Тут послушайте внимательно. Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие. Но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. И они проповедовали Слово, они никогда его к себе не подстраивали. Они его проповедовали таким, каким Христос его для них оставил и открыл. Оказывается, многие повреждали это Слово. А если Слово продается поврежденным, то люди же будут же поврежденные, они же будут жить по этому Слову. Вы скажете, а как сегодня нам это слово «неповрежденное» найти? Вот оно, пожалуйста, вот здесь вот написано в ваших Библиях. Я
своим пониманием, могу повредить. А вот тут оно дано неповрежденным. И Дух Святой, если мы в контакте с Духом Святым, Он не позволит повредить. Если мы только в действительности боимся Бога, если мы молимся, Господи, сделай все, чтобы я никогда не проповедовал то, что я не знаю или знаю неправильно, и Бог поможет. Наверное, не все мы все знаем так, как надо, глубоко. Но если мы искренние, Бог никогда не позволит нам проповедовать то, что мы не знаем так, как надо. Я когда-то помню, один из братьев сидится, я об этом тоже говорил. Когда вроде бы жаловался, вроде бы свидетельствовал, уже говорит, 3 раза хотел одну тему сказать, не получилось. Один раз говорит, с пастором договорился, времени не хватило. Другой раз уже все точно говорит. Опять приехали гости, опять у меня времени нету. 3-й раз, я уже не помню, что было. И он мне, давай рассказывай, что он хотел проповедовать. Я говорю, слушай. А вот это вот. Он говорит, слава Богу, что Бог не дал мне попроповедовать. Что тогда делать было бы? А что тогда делать было бы? Ну, во-первых, конечно. Неправильно то неправильно. Это надо кому-то править. Да и самому стыдно. И это милость Божия может быть, что Бог иногда нам не дает проповедовать, что нам хочется. Иногда это может быть, ну, не эту тему надо, не готов. В другом случае может быть другая причина. Но я верю твердо. Если мы ходим в Боге, мы искренне, то с искренними Господь поступает как? С чистым как? А с лукавым как? По лукавству его. И никак не иначе. Поэтому очень хочется, чтобы в действительности мы помнили, что мы не имеем права повреждать Слово Божие. И я опять подчеркиваю, к сожалению, апостол Павел уже это видел. Сказал, как многие. Ну, как некоторые, это легче. Ну, кто ж. Говорят, все мне не без урода, правда? А вот как многие, а это уже нечто очень такое тяжелое, неприятное. Но это реальность. Поэтому пусть нам Господь поможет, чтобы мы в действительности понимали вот эти вещи и могли контролировать себя. Вы знаете, что я не знаю, как вы, но когда приходят неверные мысли, есть же анализ определенный, сразу вот тут что-то не то. Не то, вот тебе кажется, что то, но то не то. Потому что контроль стоит над каждым из нас через Дух Святой. И если мы чувствительны и внимательны, вы знаете, что и не ищем своего, то Бог поможет, чтобы впоследствии не отвечать за то, что мы говорили и говорили неправильно. Одно дело, когда скажет кто-то там, как мы сегодня называем, рядовой член где-то, что это полбеды. А когда скажет пастор, который в авторитете, когда скажет епископ, который в авторитете, знаете что, это зараза. Это то заразное, что впоследствии не вытравишь. Говорят, а мне Иван Иванович так сказал, я как пример говорю. И все. Он показывал, вот тут написано, а Иван Иванович так говорит. И все. И весь вопрос кончен. Однажды один человек сказал, а мне, говорит, приятно то, как я понимаю, мне другого не надо. Вот и все, весь ответ, весь вопрос, и все решение проблемы. Поэтому мы сегодня для этого и читаем, чтобы хотя бы никогда вот так не думать, как люди часто думают и поступают. И если мы будем ходить перед Господом, богобоязненно, Господь сохранит нас от этих отклонений, от этих падений, от этих ересей различного рода. Я буду продолжать, читаю 3 главу. И Павел говорит так 1 стихом. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых,
одобрительные письма к вам или от вас. То есть вот настолько Павла вот задело их положение, что они в отношении его учения вот поменяли мнение, должен был исправлять. Говорит, ну неужели вы нас не знаете? Неужели нам с вами надо знакомиться еще? Мы же у вас столько были, столько проповедовали, столько чудес, знамений вы видели. И какое же вам свидетельство надо? Что мы от вас не требуем ничего того, что сверх Писания и какого-то особенного. А с другой стороны, Павел говорит о том, что вот эти одобрительные письма или характеристики, которые мы часто пишем о членах церкви, это нормальное явление. И это выдумано не нами. Смотрите. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам и от нас? Вы знаете, почему я это говорю? Потому что на сегодняшний день некоторые считают это какой-то канцелярией, это ненормально. Если вы духовные, никаких писем не надо, становитесь на колени, молитесь, и Бог откроет. Вы когда-нибудь слышали такое? Если не слышали, то услышите. А между прочим, это нормально. Зачем молиться? Я не имею в виду, что не надо молиться. А когда можно просто спросить, что будет, как он у вас там, это же гораздо проще. Потому что это люди живут, знают, характеристику могут дать. Ну да, вот иногда в некоторых случаях. Она может быть неверная, неглубокая, ошибочная. Тогда в таких случаях Бог может через откровение поправить все. А в общем-то, это нормальное явление на сегодняшний день. Когда-то помню, когда у брата сегодня нету старцев. Приезжает обычно часто, едет, то помощи просит, то еще что-то. Ну и приезжает. Ой, я вот такой-такой. Говорит, а у тебя письмо есть? А зачем мне письмо? Если вы духовные люди, помолитесь, да Бог скажет. Ну так зачем? Зачем? Если ты член церкви, тебе есть пастор. Дай мне номер его телефона, я позвоню, да узнаю. А если будут какие-то нестыковки, то тогда будем молиться. Я же ответственные люди. И когда этот брат попросил, говорит, ну я с письма отсюда, давай паспорт. Да вы такие верующие, паспорт вам надо. И как дул оттуда. Ну извините за этот жаргон тоже. И вот только и видели. Он приезжает, обманывает. А ты стой, молись. Да еще неизвестно, примет он то, что Бог скажет, или нет вот такой человек. Я помню когда-то. Это было с одним из братьев связано. Может, братья наши помнят, пожилые. Когда-то, помню, у нас было собрание, собрать, решать какой-то вопрос. Ну и приезжает одна женщина с таким плачем. Помогите, пожалуйста. Сгорело, ничего нет. Ну, как всегда. И сейчас, наверное, много погорельцев, много документов, которые покрали в поездах. Потому что много что-то такого едет все. То другое, то там где-то сын больной собирают. И уже смотришь, собирает третий год, никак не насобирает. Потому что замечаешь же немножко. Ну и пришла, погорели. Хорошо, говорю. А где ты там погорела? Ну, называю там где-то за Новую Мишу деревню. Вот такой-то номер дома. Крас. Володя Ващенко, не помню, вы его знаете все, Володя. Не помню, Володя помнит или нет. Я говорю, слушай, иди где-нибудь полчасика походи. А я глаза, а ты, Володя, вот тебе адрес. Это, говорю, недалеко. Это минут 20 туда, 20. Поедь, погляди, где там что. Поехал, кажу, да ни улицы нет, да и никто не горел у той деревни. Нету ничего. Ну, так плакала искренно. Ну, хотелось поверить, что в самом деле погорела. Но она и погорела. Она не пришла после. Ну, что, зачем идти? Если послали, проехали, да недалеко. Я еще километр 200, конечно, я не посадил. Так думаю, ну, за Новой Мишу недалеко, да что за проблема? Говорю, Володя, съезди погляди. Да, говорят, нету ни такой семьи, нету ни такого дома, нету, и улицы такой нету.
Павел говорит, ну, одобрительные письма, это нормально. Ну, говорит, но я уже к вам одобрительные письма буду вести. Неужели вы не помните, значит, сколько мы вместе жили, как я трудился? И он говорит, вы наше письмо написано в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вот какое вам письмо надо? Через наше служение вы познали Господа, и вы сами наше письмо. Что вам надо еще? Вы знаете, это очень важно, когда человек получил от Господа через кого-то. Там, значит, что порожденного терроризуют книжники со шляпой, потому что он был шляпой, теперь видит. Призвали и говорят, воздай славу Богу, потому что этот человек грешник. Он говорит, а я не знаю, кто он, грешник, не грешник, но я знаю одно, я был шлеп, а теперь вижу. Вот, а что это мне грешник, не грешник? Я не знаю, кто он. Но я знаю одно, что я через него получил. Что будете доказывать? Я был слеп от рождения, а теперь вижу. И вот это свидетельство, что Иисус и был Мессия, оно было написано на сердце этого человека. И он сам был одной из букв этого письма, которое Господь Иисус Христос писал на земле, открывая, что он действительно Мессия и Сын Божий. Потом Павел говорит, какие вам письма надо? Вы наше письмо. Вы покаялись через меня. Вы получили многое через меня. Что вам еще надо? Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. А теперь скажите, когда вы выйдете в город, вот такие, какие вы есть, вас познают ли вы христиане или нет? Вот так вот честно положу руку на сердце. Наверное, нет. Наверное, нет. Почему? А это вы уже знаете почему. То есть поведение, образ мышления, отношения, одежда, скромность и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я хотел бы, чтобы вы сегодня помнили, мы письмо, а что люди читают в этом письме, это зависит от меня и от тебя. И то, что они прочитают на вас, в вас, через вас, это и будет свидетельством о Боге. И скажут, ну, такой уже у вас и Бог. Такие вы, такой у вас и Бог. И вы такое слышали не один раз. Вот мои дети говорят, тот и тот спасется, то и я спасусь. Может быть, это и неправда, клеветы много. И зря часто люди говорят. Это тоже надо дать отчет, когда я говорю, я понимаю это. Ну, в общем-то, в некоторых случаях да. В некоторых случаях да. Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Смотрите, где написано, что мы есть христиане, что мы дети Божии, что мы письмо Христово. Через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого. Когда мы смотрим на нашу земную жизнь, то вы замечаете, что когда где-то есть посольство какой-то страны в другой стране, то в некоторых случаях, когда-то Европа, там мало отличаются и одежды, и поведение. Но когда вы возьмете где-то африканские страны, где-то так дальше, вы сразу отличите этих людей. Где бы они ни были. Может, иногда
Потому что это не христианство. Они, может быть, иногда и стараются быть похожими. Но когда дни их культуры происходят, всегда каждый надевает свой национальный костюм. Правда? Мы должны находиться в нашей христианской культуре. Не один день в году. День белорусской культуры, день российской культуры, день китайской культуры. А каждый день. Потому что наша работа в мире, в жизни происходит не один раз в году. Не несколько часов, которые мы проводим в собрании. Она происходит каждый день, везде и на всяком месте. И мы должны быть письмом Христовым, читаемым и узнаваемым всеми человеками. И дальше Павел говорит такую уверенность. Мы имеем Бога через Христа. По-другому ничего не получится. Мы не сможем жить так, как законы Царства Божия требуют сами по себе. Мы люди земные. И, как правило, мы замечаем, нас тянет к земному. Нам хочется быть похожим на земных людей. Хочется жить так, как они. Но в то же самое время, понимая, что есть вечность, и там хочется. И там хочется, и там хочется нахватать. Но Священное Писание говорит нам о том, что это такой путь, он очень ненадежный. Мы не можем быть двоякими людьми. Мы не можем быть хамелеонами. Мы не можем быть людьми безразличными, понимая, что мы письмо Христово. А письмо должны читать люди с пользой, а не для вреда. И поэтому, в действительности, наша жизнь, она очень важная часть в нашем служении Богу. Слова – это слова. А жизнь и поступки – это другая сторона весьма важная. И хочется, чтобы в любом случае, как бы там ни было, мы действительно были письмом Христовым. Но мы им можем быть только тогда, когда сокрыты в Иисусе Христе. А когда мы будем сокрыты во Христе, прибудьте во мне, я у вас. Прибудьте в Слове Моем, и я у вас. Как можно пребывать во Христе? Мы же хорошо понимаем, когда рассуждаем, исполнением Слова. Если мы его не выполняем, можем кричать, что мы во Христе, но мы не во Христе, и кому это надо? Убеждать себя или кого-то. Если оно явно видно, что не то, что надо. И поэтому апостол Павел говорит, Христос, это и есть надежда. Но Христу надо подчиниться. Я говорил на эту тему, что Христос есть часть наследия нашего. Помните, я ее говорил на эту тему очень коротко, я не все говорил. Потому что все-таки, знаете, 3 часа людям, слушай, это трудно и тяжело. Но там еще одна такая особенность. Отец Небесный дал нам Христа. Он нам дал его, как наследство. А с наследством тот, который получил его, делает то, что хочет. Получили вы деньги, можете их положить на книжку. Можете купить положенное. Если у вас дом по наследству достался, можете продать, можете пустить квартиранту, можете кинуть, и он будет разваливаться там, где... Это ваше наследство. Со Христом, когда Бог его нам предложил, мы тоже имеем полное право поступить, как хотим. И люди поступили с Христом, как хотели. Они его распяли. Но Бог его возвратил через воскрешение. Но когда ты в наследство приняли, а это наследство, Господь есть часть нашего наследия, то мы уже уручаем себя этому наследию, и Он начинает командовать. Покуда мы его не приняли,
Мы что хотим, то и делаем. Хотим, принимаем Христа, хотим, не принимаем. Хотим, молимся, а хотим, злословим. Но когда мы его приняли, то он говорит: а теперь будьте добры, подчинитесь мне, и я беру вашу судьбу в свои руки. Вы меня поняли, что я говорю? Уже в этом случае, когда мы его принимаем, то уже мне хочется сказать: я, Господь, твое наследие, а не ты мое. И если мы его приняли, то мы должны жить по тому слову, которое он нам сказал. А если мы не живем, если не понимаем, это полбеды. А если не хотим понимать, это беда. Это две разные вещи. Не понимаю, хотя я сказал сегодня, не понимаю, не снимает ответственность, что не понимаешь. Понимай. Бог ничего не оставил такого, что недоступно разуму. Это все можно понять, если ты захочешь. А вот если ты не хочешь понять, тогда не обманывай себя и не обманывай других. Что во Христе и со Христом. Вы меня понимаете хорошо, о чем я говорю. Хотим мы или не хотим, если мы утверждаем, что мы Христово письмо, мы сокрыты в нем, то давайте будем и жить так, как написано. Без всяких поблажек, без всяких скидок на что-то, на то, на другое, на третье. Потому что мы все-таки имеем дело со спасением, с вечностью, а это не игрушки, которым можно разбрасываться и легкомысленно жонглировать своим спасением. То взял, то опустил, то подбросил, то кинул, не поймал. Это несерьезные вещи. И дальше Павел говорит: такую верность мы имеем Бог через Христа. Пятый стих. Не потому, что мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. И вот один из тем, очень серьезная и большая тема. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. И читаю еще 7 стих. И есть же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Это, наверное, одна из серьезнейших проблем, которые сегодня существуют в служении Богу. Весь Ветхий Завет и закон Моисеев, это был закон Божий, это Бог дал. Но здесь Писание говорит, это было служение смертоносным буквам. Вы помните, сколько там раз смерть звучала? Вот то-то сделает, сделаете, вывезете за город и побить камнями. Вот это сделаете, вывезете и сжечь. Вот так Бог воевал с грехом. Но получалось так, по закону, истреблялись грешники вместе с их грехом. И Господь здесь говорит, это было служение буквы. Почему было служение буквы? Я хотел бы говорить немножко более расширенно, но понимаю, что сегодня уже не осталось времени, не хочу перерывать эту тему. Потому что Священное Писание говорит о том, что буква есть буква. А за этой буквой еще кроется целый духовный мир. Это очень просто понять на сегодняшний день. Служение буквы и служение духа. Я буду об этом говорить немножко. Слушайте, если кто-то вам скажет, что там где-то на Торфяной есть молитвенный дом. Вот на Торфяной есть молитвенный дом, это буква. Если вы ни разу не видели этого дома, что можете сказать об этом доме? А кто его знает, что сказать?
Или вы называете имя, фамилию чью-то. Это буква. Но за буквой стоит личность. И буква только, ну, она вообще почти ничего не дает, буква. Вот почему сегодня я одному из сегодня говорю. Если мы просто читаем, но Дух Святой не показывает нам глубину, это останется буквой. Это будет только буква. И не всегда по букве правильно будет. Вы, наверное, помните место Писания? Я думаю, что я на следующий разбор, я просто возьму эту тему отдельно. И я ее скажу, может быть, как проповедь, но не знаю, как это у меня получится. Но я хотел бы, чтобы мы сегодня это все поняли. Читаем Писание. Если правая рука твоя соблазняет тебя, возьми ее, оторви и брось от себя. Скажите, это все? Или за этим кроется что-то более глубокое? Мы можем поступать по букве или нет? Да мы сегодня вообще без рук ходили бы, может, даже без голов уже. Но это буква. Это буква. За буквой стоит жизнь. И когда вы будете читать, вы там найдете, что говорит, лучше, говорит, тебе с одной рукой войти в жизнь вечную, чем с двумя руками быть свергнут в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. А что, в ваших руках черви живут, что ли? Речь идет о том, о духовном смысле. Червь, грех, который точит, который всегда в аду будет тревожить человека и никогда не будет восполнено это желание греховное. Этот червь не умрет, и огонь не угаснет. Если, говорит, твой правый глаз соблазняет тебя, то что сделай? Вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь вечную, нежели с двумя глазами быть сверженным в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. А это уже сторона не буквы. Вы понимаете, насколько сегодня важно все это? И Павел говорит, вот в настоящее время, а Бог дал нам служение не буквы, но духа, ибо буква убивает. Что это значит? Не одни только мы читаем Библию и читаем законы Божии, требования. И людей эти требования убивают. Я говорю, как? Да как можно так жить? Это невозможно. Вы поняли, что их убивает? Когда израильтяне стояли у подошвы горы Синая, и когда они увидели эту гору колеблющуюся, этот огонь сильный, голос трубный, который все сильнее и сильнее раздавался, и когда они услышали, что если кто прикоснется к этой горе, будет побит камнями, застрелен стрелою, то не просили Моисея. Говорит, Моисей, говори ты с Богом, но пусть больше Бог не говорит к нам. А Павел говорит послание к евреям. Они не могли стерпеть того, что было заповедуемо. Но там он взял одну сторону, будет побит камнями. Но они в Египте были идолослужители. И они не могли стерпеть, не сотвори себе кумира. Говорит, Моисей, не можем мы этого слушать. Они были блудники. Но не все, конечно. Но вы впоследствии увидите. Господь говорит, вы такие были всегда. И как им трудно было слышать, не прелюбодействуй. Это убивало. Им казалось, это невозможно. Но, когда человек кается, и когда его дух становится живым для Бога, то дух животворит эти заповеди, которые кажутся мертвыми. Говорит, а, так
Это ж настоящая жизнь, если я не буду прелюбодействовать, буду изменять жене. Это совсем другая, это вот где жизнь, а не тогда, когда было раньше. Вы меня поняли, вот саму логику? Буквы убивают невозможно. Но когда Господь преображает жизнь, то мы видим, что это действительно жизнь. Мы говорим, вот то, что было раньше, и почему я раньше не покаялся? Почему я раньше думал, что так жить невозможно? И нам сегодня часто говорят христиане, что заживо похороненные люди. Им ничего нельзя. Им и того нельзя, и того нельзя, и того нельзя. Это такое общество, это старомодные люди, им ничего нельзя. Оказывается, нам нельзя только то, что ведет к смерти. А все, что ведет к жизни, можно. Раньше мы думали, нельзя пить. Не пойду в служение. Родители звали, родители молились. Не шел, потому что считал, это не жизнь без пьянства. Потом когда-то шел до ручки. И когда уже казалось, бегут, и покаялся. Говорит, слушай, так тогда ж я не жил, я теперь живу. Кто это сделал? Раньше этой буквы не упивайся, боялся как смерть. Он мне говорит, слушай, так это жизнь настоящая без пьянства. Я вот раньше всегда ходил с затуманенными глазами, пьяный. Я ни природы не видел, ни людей не мог понаблюдать нормально. Все было в тумане. А сегодня я живу. Бог дал нам способность быть служителями не буквы, а духа. А буква убивает. А дух что делает? Животворит. И мы тогда понимаем, что вот все требования Библии, которые убивают грешника, которые мешают ему страх, но вот в самом деле оказываются путями жизни настоящими. И только тогда можно жить вот такой полноценной жизнью. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня понимали эти вещи. Мы тоже часто, нас тоже часто буква убивает. Нас сегодня. Мы читаем, как написано, но мы не делаем. Я не раз говорю, говорить мы еще хорошо научились. Мы знаем, как надо говорить. И уже здесь нас не поймает никто. Мы выложим все наши доктрины от и до. Но когда дело касается жизни, то мы говорим. Иногда сами в себе. Ну, так написано, то написано. Но на самом деле так кто жить будет? Никто же не будет так жить, как написано. То есть мы сами в себе, себе внушаем, что это слово смерти, осуждение. Но когда мы понимаем, когда начинаем жить так, как надо, когда видим перемену, а это делает Дух Святой, начинается служение Духа, а не буквы. Почему очень тяжело было фарисеям и книжникам понять служение Христа? Они его очень часто обвиняли во многих грехах. И субботы не выполняет. Вы знаете почему? Они служили по букве. Они служили по букве, исполняли субботу. А Христос исполнял ее не по букве, а по духу. А вы помните, за что обсуждали Христа и учеников? Идут в субботу, начинают срывать колосья есть. Фарисеи книжки говорят, слушай, что они делают? Вы что, разве не знаете, что сегодня суббота? И что в субботу нельзя делать такие вещи? А Христос говорит, во-первых, я есть Господин субботы. И для того, чтобы они имели покой и мир, а суббота это покой, то пусть хоть колосьев поедят и успокоятся, они же не могут иметь покоя. Вы хотите букву? Ну, по букве можете сесть и голодные сидеть. Но вы не будете спокойны, это будет не суббота. Говорит, я творю субботу, я Господин субботы. Он исполнял не по букве, а по духу. Или приходит в субботу в синагогу. Там был человек, который имел сухую руку. Уже за ним наблюдают, как он будет исполнять субботу. В субботу уж ничего делать нельзя. Это была буква.
Вот этот человек с сухой рукой, он не мог иметь никакой субботы с этой болезнью своей. Притом, знаючи, что здесь же, в этой синагоге, находится Иисус Христос, который исцеляет. Думаю, ах, если бы не суббота. Чтоб был, подумал, теперь суббота. Иисус есть Господин субботы. Говорит, протяни твою руку, стала здоровая. Вот теперь будь спокоен, я субботу тебе сделал. У тебя не было субботы. Это было не суббота. Я Господин субботы. Я делаю, чтобы у тебя покой и мир был. Вы понимаете разницу между буквою и духом? А по буквам был нарушитель. Но он говорил, что вот это служение буквы уже уходит в небытие. И вот наступает время, когда будут чтить отца на любом месте. И не по букве, а по духу. И мало уже наружного исполнения, мало того, что было раньше. И как раз в эту возможность Господь дает нам в наше время. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, это не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? А я не думаю, что те праведники, которые жили во время Ветхого Завета, имели очень большую радость. Вы знаете почему? Причина одна. Это было служение буквы. Это было служение плоти. И их сердце находилось под страхом. Они просто делали то, потому что так было написано, и за этим следовала кара. Но сердце не могло поменено быть. А то для них было мучение это делать. И они сидели спокойненько. Я возьмусь за ту же самую субботу. И старые люди не рассказывают, что евреи в этот день, они даже света не зажигали. Они нанимали язычников, чтобы они зажгли свет. А Господь их обвиняет за эту субботу и говорит. Я немножко своим языком говорю. Вы, говорите, сидите в эту субботу, сложивши руки. Даже, может быть, не варите ничего. Даже свет вам зажигают. Но вы никак не можете дождаться, когда пройдет суббота, чтобы пойти торговать. Это же не суббота. По букве вы соблюдали субботу, а вдруг никакой субботы у вас не было. Мы недавно только что праздновали воскрешение Христова. Распяли Христа, поставили печать и пошли праздновать субботу. Скажите, это был покой, это была суббота? Да какая суббота? Никто ее не праздновал. Одни были в страхе, потому что он сказал, что воскреснут. Печать надо поставить, воину поставить. Какая суббота была? А женщины благочестивые никак не могли дождаться, когда пройдет суббота, и пойти последние почести отдать. Если только чуть-чуть забрежил рассвет, уже побежали помазать тело Иисуса. Скажите, у них была суббота? По букве была, а на самом деле не было. И не могло быть. После такого преступления, какая могла быть суббота? Особенно для тех, которые распяли Христа. Они, значит, соблюдали субботу. И говорят, была суббота, чтобы не оставить тел на кресте перед субботой. Снять надо было, субботу праздновать. Вот как буква празднует. А служение по духу совсем другое. Когда не только наружность, но и весь внутренний человек соответствует наружности. И Бог смотрит, и разницы не видит. Радость на лице и радость внутри. Покой на лице и покой внутри. А если одна часть не соответствует, то какой же это покой уже? Это только одна часть. Это то, что Господа сегодня не удовлетворяет. Поэтому пусть Господь нас благословит
Мое время уже истекло. Я думаю, что на следующий разбор, если Господь позволит, я более детально становлюсь на этом месте Писания, потому что я очень хочу, чтобы у нас было служение не буквы, но духа. Ибо буква убивает, а дух животворит. Да благословит нас Господь. Аминь.